Президенту Владимиру Путину на инвестиционном форуме «Зовет Россия» задали вопрос о будущем России после его ухода из политики. Участник пленарной сессии Уолт Генри спросил российского президента, как будет выглядеть Россия на следующий день после того, как господин Путин покинет политическую сцену в России. Путин начал ответ с шутки: «Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь», — сказал он. По его словам, Россия уже сейчас чувствует себя уверенно и самодостаточно, а также открыта к сотрудничеству, в том числе с США. Путин подчеркнул, что Россия будет меняться к лучшему, если получится реализовать национальные проекты. В марте 2018 году Путин в четвертый раз был избран президентом России. Срок его полномочий истекает в 2024 году. По действующей конституции он не сможет выставить свою кандидатуру на следующих выборах президента. В июне 2018 года в интервью австрийскому телеканалу Путин отметил, что поскольку его новый президентский срок только начался, ему еще только предстоит определиться с родом своих будущих занятий после ухода с поста главы государства. Многое будет зависеть от того, как мы будем работать. Я давно занимаюсь этой государственной деятельностью, и я должен сам решить, что буду делать, когда истечет нынешний срок президентских полномочий, — сказал он. Президентский указ Путина о целях развития России до 2024 года власти планируют реализовать через 12 национальных проектов. Они охватывают такие сферы, как демография, здравоохранение, образование, развитие жилья и городской среды, экология, дорожное строительство, поддержка занятости, развитие малого и среднего бизнеса, а также цифровая экономика.